Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Друзья, доброе утро. Мы находимся с вами в отеле Grand Park Lara. Сегодня прошел дождь с громом, поэтому холодно. Отель Grand Park Lara расположен в 23 минутах езды в 14 километрах. Рейтинг отеля на сайте Top Hotel 4.61. Отель находится на второй береговой линии. До пляжа нам идти вот сюда, по дороге. Ходит машинка, пешком где-то 3 минуты. Через дорогу находится отель «Дельфин», «Дельфин Империал», «Фейм Резидент», «Конкордия». Торговый центр находится недалеко, в 5 минутах от отеля. «Викинг Туристик». Отдых покупают на viking.by. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вам отдыхается в отеле Grand Park Lara? Отлично. Очень уютный отель. Номера очень чистые. Обслуга очень вежливая. Разнообразие пищи достаточно широкое. То есть можно покушать как ребенку, так и взрослому. И диабетику, и не диабетику. То есть на все вкусы. Вам нравится отель? Да. Вы поехали бы еще раз в него? Да. А то, что много людей в отеле, вас не пугает? Ну вот, я бы поехала, наверное, еще раз в мае, потому что народу не очень много. Ага. А вот я думаю, в сезон тут очень много народу и... Много людей, да? Очень много людей, да. Как вам пляж для ребенка? Вам нравится вход? Вы купались уже? Нет, мы еще не купались. Мне единственное, мне нравится, что пляж грязноватый. Грязноватый, да? Да, грязноватый, окурки, хабарики, то есть, ну вот это, наверное, минус. Есть. Лежаки, да, вот это все прекрасно, достаточно много места, но... Конечно, вот грязь. Что-нибудь еще хотите рассказать, поделиться какими-то впечатлениями отеля? Как вам анимация? Анимация, мы с ребенком не ходим, он еще достаточно маленький, поэтому он еще не понимает. Ну, он танцует, но так как у нас режим, мы в 10 уже спим, поэтому как бы он посмотрит, потанцует, все здорово. Ну, а мы уже потом с папой идем смотреть взрослую анимацию. Анимация. Нет, достаточно красиво, танцоры, профессионалы, нравится. Хорошо. Здорово. Спасибо большое за ваш отзыв. Спасибо. До свидания. Хорошего вам отдыха. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.